На площадке перед главным корпусом музея имени Эрзи собирается народ. И сегодня они пришли не на очередную экскурсию, а на спортивную зарядку от чемпионов. Сегодня занятия для детей и взрослых проводят российская легкоатлетка Ольга Каниськина и мотогонщик Максим Захаров. Руки на плечи, круговые движения вперед. Поехали. Раз, два, три, четыре, назад. Раз, два, три. Зарядиться энергией и бодростью на весь день мог любой желающий. Просто прийти в нужное место и время и выполнить простые упражнения, которые каждое утро делают настоящие спортсмены. Особое внимание, конечно же, к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Более 1000 детей в настоящее время находятся на контроле органов системы профилактики в Мордовии, которым, соответственно, оказывается помощь органам системы профилактики, в том числе Министерству внутренних дел. Мы решили, что необходимо нам всем самим выйти на эту зарядку, показать своим личным примером, чего можно вообще достичь в жизни для подростков. Подростки не совсем из благополучных семей, и, конечно, они нуждаются в каких-то ориентирах нравственных, духовных. И поэтому такое соединение и культуры, и физкультуры. А соединить физическую и художественную культуру помогла директор музея имени Эрзи Людмила Нарбекова. Она вместе со своими коллегами тоже вышла на утреннюю разминку. Признается, что к спорту относится с уважением. У меня муж заслуженный тренер России. Я, 15 лет занимаюсь пилатесом, 25 обливанием, купанием в ледяной воде. Поэтому я ежедневно делаю зарядку, и я со спортом, можно сказать, на «ты». После активных упражнений любители физкультуры смогли немного расслабиться и посетить мини-экскурсию от Максима Захарова. Чемпион мира по ледовому спидвею рассказал участникам встречи о своей спортивной карьере и показал фотографии с мотогонок. А еще разрешил примерить перчатки и шлем, в которых он завоевывал свои награды. Анастасия Суркова, Павел Толобаев. Наши новости.